здрасте еще раз. Можно играть? Да пока это я один, мне надо, чтобы кто-нибудь пришел. У меня же выступление, я прихожу, репетирую. А что, у вас там нечет? Человека? Нет, потому что да? Маленький слабый играть, если он, допустим, мальчиком выбрать, то один получается, что это. Ну вы наоборот, возьмите, допустим, вы. Если сильно знаете, что играете, возьмите его в себе команду, и он будет тренироваться. Да, у них игра. Как? Вот так он играет? Ну, себе так. В как? Кто сильный, пусть его себе возьмут. А сейчас у меня кто-нибудь из напарников подойдет, и мы, может быть, даже в ВИК сыграем. Да, если а вы можете вдвоем идти на все? Там все равно не больше. Да нет, так нечестно и неинтересно. Хочется это. Ну, когда взрослые играют, например, вот я не смогу бить сильно, как я хочу. Это же, ну, вы как дети, да, не дай бог мячик попадет, я сам себя буду сдерживать. И другой тоже, ну, мой друг тоже будет сдерживать. А в пас поиграть, какие-нибудь приколюхи, там, финты поделать, это интересно. Чтобы дать возможность вам тоже проявиться. А так, блин, кто взрослый играет, если сильно бьет, это, ну, некрасиво. И воротарь не сможет, да, поймать, когда сильный удар. Сейчас, а так, ну, благодарю за приглашение. Молодцы. Все, да, с радостью, конечно. А что вы тут делаете? Гимнастику. Я не знала, что мальчики тоже гимнастику. Серьезно? Ну, гимнастика для всех надо. Это чтобы... Ну, как... Мышцы раскачивать. Не обязательно. Вот вы умываетесь для чего? Чтобы чистым быть. Вот, и гимнастика это чтобы здоровым быть. Это как умывание. Просто кто-то очень... щепетильно и тщательно умывается, а кто-то, ну, не очень, а кто-то вообще не умывается, если такие грязнули ходят. Поэтому это не спортивное, не художественное, это так вот, как творческое, как будто бы, ну, просто радоваться. Ну, на меня тоже мама, папа, бабушка посмотрят, скажут, какой сынок молодец, что тоже занимается. Мне кажется, тебе надо велосипед припарковать куда-нибудь вот к забору, чтобы он не падал. И заодно, если кто-то захочет позаниматься, он мешать не будет, да? А вы каждый вечер приходите сюда заниматься? Ну, практически, когда с трудов или со службы освобождаюсь, ну да. Сейчас просто пока не все тренировочные залы открылись. Поэтому на улице, ну, тоже полезно. А зачем вот эти перчатки нужны? Кожа, чтобы с рук не сдиралась. Это защита. Потому что так вот бывает раз, выступаем, вот видишь, мне приходится заклеивать пальцы, а так она сдирается, а это держусь безопасно. Кто-то из без перчаток занимается, ну там мозоли, правда, такие сильные, но мне вот по трудовым делам нежелательно. Thank you.
Здравствуйте. Знакомые упражнения, да? Всякие? Нет, нет. Это дома можно на полу сидеть и на полу так делать. У моей мамы, она в детстве не умела садиться в бабочку, а я с рождения умею садиться. Вот, села и вот сразу ноги к земле. Умница, да. Если просто с детства это делать, заниматься, то это сохранится, навыки. Ну и во взрослом можно тоже делать. Хорошее дело, да. Тоже гимнастика. У моей подружки с рождения она в один год научилась садиться на шпагат. За один год? Да. Это хорошо. Надо просто тренироваться почаще и всякие упражнения делать. Я замечаю, что у вас камера всегда стоит. Снимает, да. Кто-то же не может заниматься, кто-то живет в деревне и не всегда может приехать или в другом городе. А это кино посмотрят, и как будто позанимались тоже за компанию. Вообще? Да. С детства. С детства? С детства, да. Ого. У меня бабушка, дедушка занимались со мной. Иногда даже заставляли заниматься. А сейчас это хорошо, наоборот. Ой. Вам вообще не страшно висеть?
Ну а что, земля же рядом, что-то страшно. Ну, страх преодолевает сначала, например, просто на чем-нибудь висеть. Но самое лучшее, это, конечно, научиться падать и кувыркаться на земле. Мне бабушка, когда зима была, мне бабушка говорила на катке, что сначала научись падать, а потом уже кататься. Конечно, страх исчезает, когда умеешь падать, сгруппироваться, скувыркнуться, может быть, то потом вот в голове уже нет страха. Ну, упал да упал, и ничего страшного. И ты знаешь, что вот ты как, например, упадешь и так? Да. И может, когда знаешь, что упадешь, есть вариант не делать этого. Вот так вот раз поймаешь баланс, как-нибудь там, ну, что-нибудь неловко получится, но выдержишь. Я на роликах каталась. У меня тело начало вперед наклоняться. У меня в голове резко, ну, как-то я поняла, что я наклоняюсь, начала вперед наклоняться. И сразу как-то голову назад откинула, и у меня тело с головой. Ну да, все правильно. А то еще даже когда вот, если просто постоять, то можно понять, вот у нас головой куда я двигаю, у меня туда тело начинает мотыляться. Да, куда я тазом двигаю, туда тело начинает мотыляться. Это тоже как бы гимнастика. Сначала как будто бы внутренним взором себя смотришь. Вот так вот, как будто бы ты внутренним оцениваешь, да, смотришь, как тело крутится. Потом начинается там движение рук, ног. Если это на роликах или на коньках кататься, как будто бы представляешь это действие. Ну, на земле, на простой. Как бы фантазируешь, да, представляешь, как это будет. А потом зима наступает, либо ролики одеваешь, и вот оно само получается. Так все правильно, заниматься надо. Это, ну, гигиена, это чистота. А вам нравится заниматься? Ну, конечно. Это как лицо умыть или руки помыть, сразу же по-другому же ощущение. С улицы пришел, например, кушать, мама говорит там, или, ну, надо кушать. Руки помыл и уже лучше становится по ощущению. Или лицо умыл и сразу как бы дышать даже, да, свободнее. Это так же, когда гимнастика позанимаешься, вот все точно так же. Вот когда я, например, хожу в школу, я одеваю много маек на себя. Зачем? А потом, когда, ну, не знаю, как... Чтобы не замерзнуть? Да, именно зимой, когда. Когда я домой прихожу, я же одеваю домашнюю одежду, и мне легче становится. Конечно, все правильно. Это, ну, здесь чуть-чуть пример, он, конечно, хороший пример, но он чуть-чуть другой. Здесь наоборот, когда позанимаешься гимнастикой, как будто бы грязь. Тело омолаживалось. Тело омолаживается, да, как будто бы грязь прям снимается, вот как бы себя стряхиваешь, усталость. Сначала не хочется заниматься, может показаться, да ну, скучно, я лучше телевизор посмотрю. Да, у меня тоже такое, я на пианино играю, мне что-то не хочется играть, я его на год откинула, а потом, когда я была маленькая, я понимала, это скучно, мне не хотелось. Но потом, когда я подросла, я поняла, что скуку можно тоже преодолеть. Лень и скука, конечно, они даны, они специально даны так, чтобы это... Организм не понимал. Ну, если рассматривать лень как тренера, вот когда лень, значит, надо делать. Читать, или играть на пианино, или еще что-нибудь, гимнастикой заниматься. Это как бы специально дано, чтобы вот люди сильнее становились. Можно мне попробовать повисеть? Только надо с разрешения родителей. У тебя далеко родители? Где они сейчас, дома? Не родители. Нет, разрешают. Они вообще на работе сейчас. Да? Да. Блин, ну так-то желательно с разрешения. Ну ладно, попробуй повиси, хорошо. Только аккуратно, пожалуйста. Никаких супер там, супер крутых приемов не делай. Просто можешь покачаться, да. И ты тоже можешь с подружкой рядом на другом. Только вам надо качаться вот в ту сторону. Не в друг друга, а в сторону забора. Да, ты можешь в одну, а ты можешь в другую. И ножки поднимайте, чтобы коленки не... Можно вот здесь вот включить хорошее классное упражнение. Ноги и колени поднять к груди или к плечам. И все время держаться. Это очень хорошо, живот будет работать. Ой.
Держи, коленки подними, чтобы не удариться нечаянно. И вот кто, например, можно сделать такое испытание, кто дольше сможет продержаться вот в правильном висе. Мне родители всегда разрешают, они уже видели вас. Ну это хорошо, да, но здесь все зависит от тебя лично, как ты к этому подходишь. Может быть, родители разрешит, но он же точно не знает, чем ты, что ты делаешь. Мне родители разрешают, они говорят, потом они мне в тот раз, когда я вас видел, разрешили, но я пока вас забоялся, потому что вы так все движения делали. Ну это ничего страшного, это бывает. Просто здесь зависит от того, как вы сами будете, да, делать какие-то вещи. Это дома папу или маму можно, или дедушку, или бабушку попросить. Дома так могут сделать, такую веревочки. Ну вот да, эти я вот. Знаю. Это здесь... как тросы. Это тросы для машины, да, молодец, машины. Все правильно. Ее можно к потолку повесить и на потолке так делать, и снимать. Там что, один дырка надо просверлить только. Мне скоро ручник сделают. Мне скоро все причиндалы, как у вас. И что? Все правильно, да, хорошо. Их надо... очень легко делать. Их очень легко сделать, но перебороть себя, заниматься, вот это тяжело. Ум не захочет, да, чтобы за него. Он скажет, да ну, смотри телевизор, что-нибудь там. Еще что-нибудь. Мои родители меня даже на игры деньги кладут. Ну, я говорю, уже даже не надо, мне скучно уже играть в эти игры. Все правильно. Ты же вырастешь, тебе надо быть защитником отечества, да? Надо маму, папу защищать.